Я вспоминаю свое детство, как уходящую зарю. Мы много в детстве не видали, видали только лишь войну. Мы дети холода и стужи, мы дети Родины твоей, и что свалилось всем на плечики, мы как смогли перенесли. Я помню голос Левитана, когда он в рупор говорил, и рупор черный микрофона, казалось, сам заговорил. Стояли молча мы, не веря, а Левитан все повторял, что враг коварный, злой, неверный на нашу Родину напал. Потом призывы, эшелоны, отцы поехали на фронт, а наши матери и их жены в слезах с вокзала шли домой. Сначала письма получали, как были нам они нужны, а вскоре черные конверты в почтовых сумках понесли. А горе катится по хатам, и не видать ему конца, а наши старшие братишки в семье остались за отца. Картошку в поле мы садили, дрова в деляне мы пилили, и сено на лугах косили, и на коровах все возили. Картошку ели, морков, репу, конфеты видели во сне, и мясо, масло не видали, вот так и жили почти все. Вот так, такое было детство у всех детей, детей войны. Мы не хотим, чтоб повторился тот ужас с нашими детьми. Неважно, где они родились, наш дом для всех одна земля. Француз, афганец, немец кричат в колоннах, нам война. А мы уже не дети, старики, но помним ужасы войны и укороченное детство. Простите, что пишу не я, а мы, пишу от имени народа. И знаю, что у всех детей, детей войны пережитое сохраняется надолго. А вдовы, вдовы той войны, как все они пережили. Фашизм отнял у них мужей, родных, друзей, а также старших сыновей.